Готово? Погнали! Эмма Блэр, ты выйдешь за меня? Да! Дамы и господа, Джесси и Эмма Лернер! Я не могу сейчас лететь на Аляску. Позвоню, как приземлюсь. Алло? Вертолет, на котором летел ваш муж, разбился над Тихим океаном. Джесси, поначалу мне было очень трудно отпустить тебя. Я отказывалась верить, что ты погиб. Но потом хорошие дни превратились в хорошие недели и даже месяцы. Наконец, я готова начать жить заново. Эмма? Сэм? Полагаю, все знают, что я безумно влюблен в Эмму уже немало лет. За семью. За семью. За семью. За семью. Алло? Милая, это Джесси. Я жив. Нельзя идти в этом на встречу с давно потерянным мужем. Эмма! Надеюсь, ты простишь меня за то, что я тогда уехал. Я обручена. Что? У вас с Джесси была прекрасная жизнь. Потом мы все думали, что он мертв. А потом ты полюбила отличного парня. Как бы ты ни поступила, ты разобьешь чье-то сердце. Это было весьма многословно, но верно. Я хочу, чтобы она любила меня больше, чем его. Это было совершенно неуместно. Я умолкаю. Нет, продолжайте, черт побери! Ты любишь его или нет? Она должна быть с тем, кого больше любит, а не с тем, кто больше любит ее. Я не хочу терять его, Мари. Тебе и не придется. Иди и скажи ему об этом. Еще одна настоящая любовь. Мы так и не поговорим о вашем сводном муже. О ком, прости?